Скоро День матери. Мамуля, мы решили тебя с детками поздравить. Вера? Мам, поздравляю тебя с Днем матери. Желаю добра, здоровья, счастья, любви и хороших оценок. Ой, я со школы перепутала. И хороших воспоминаний и желаний. Вера? Ты у нас самая лучшая. Я желаю тебе всего наилучшего, чего только можно пожелать. Ты самая хорошая, заботливая и лучшая на свете. Мамуль, я тебя очень люблю. Ты для нас все. Ты самое дорогое, что у нас есть. Очень тебя люблю. Мама, с праздником тебя. Пока. Вера, выключи телефон. Ну что, записали? Угу. Это самое. Слушайте, только дети. На День матери у нас целая куча обязанностей. Да. Я говорю, нам придется убирать дома, потому что мама поедет отдыхать. Мы будем убирать всю квартиру, пылесосить, протирать пыль. Надо будет помыть у черепахи, надо будет помыть кота. Господи. Еду будем сами готовить на День матери. Боже. И посуду придется нам мыть. Чурья. А мне еще придется и стирать. Как много всего. Ну да, у мамы столько много обязанностей. Как она так все это успевает? Я не знаю, но она как-то каждый день это делает. Я не знаю, как она успевает. И папа, это что же, нам все время так работать? Ну, я не знаю. День матери только это вот на выходные и все. Только на выходных придется нам так поработать. Слава Богу! Фу, Франсуа. А вы уже напугались? Да, я думала, да. Всю вечность. Ясно. Ну что, пошлите спать. Короче, предстоит нам тяжелые дни. Все, а сейчас отбой. Да. Пока. Да.